Всем привет, друзья! Это у нас Рафтец. Рафтец с Дашей Подоспелец. И я сейчас, походу, могу окюнец. Ты окунец? Так, а ну дай я расскажу ребятам главные новости. В общем, ребята, решились проблемы с глюками. Спасибо вам большое, акула, за советы. Ребята очень много советов написали. И вообще, знаете, в чем проблема оказалась? Проблема оказалась в Дискорде. Как это ни странно звучит, но проблема оказалась в Дискорде. Из-за него были глюки. То есть вы глюки не видели. Видела их только я. Но теперь все решилось, вышли какие-то обновы, и, в общем, все хорошо. Сделай мне, пожалуйста, крючок, потому что Олег у нас хост. Ой, мамочки, божечки, кошечки, так плавают. Так ты можешь из полута... А, я понял, сейчас ничего смотрю, не там бочка идет. Сейчас вот бочка. Давай. Боже, ребята, вы не представляете, каково это играть вот нормально. Сделай мне крючочек. А как он делает? А, пластиковый крючок, смотри, готово. Вот. Где? Оп. А! Прям, блин, маленькая хотела коробочка. По-эпичному на лету поймать. Так, ну не еще. Получится. Все, я, друзья, смотри, не я получится. Хочу сегодня, во-первых, расширить плод. И, во-вторых, я бы хотел... Подожди, а ты лестницу сломал, потерял лестницу. Я ничего не ломал, я ничего не знаю. Так, я хочу расширить плод, я хочу построить второй этаж. А что мы стоим, собственно, или это мы плывем? Или это штиль? Ну, да, считай, что мы движемся. То есть, деревянное копье. А мне надо еще 4 доски. 5. Хорошо. 5 досок. Так, там что-то было. Там я бочку поймал, да. Иди сюда, моя хорошая. Иди сюда. А, дощечка. Ах ты, Пипкин. Это моя доска. Слушай, подожди, а мы не плывем, потому что мы с тобой в этом самом. У нас как бы... На якоре сидим, да? Да. А где остров, который должен быть? Мы же возле острова остановились. Ну, видимо, обнова вышла, и фигушки тебе, а не остров. Шленцы, я очень хочу сейчас копье есть? Сделать копье. Нет, мне надо еще две доски. Дай две доски. Одну могу дать. На. Давай одну. Блин, мне нравится, я тебе бросаю доску, и она такая огромная. А почему бутыля больше, чем мы с тобой? Так, вон плывет дощечка. А акула тоже плавает возле нас. А я за нее счастлива. Прям не собирается уплывать далеко. Я упал! Блядь, она укусила меня! Поднимайся! Стоять! Поднялся. Я нашла для тебя дощечку. Давай быстренько мне. Так где ты тут? Где ты тут? Ё-моё! Я далеко никуда не уходил. Лови! О, благодарка. Так, копье. Так, ты копье делай, а я вообще хотела залутать. Я хочу тут все залутать, потому что это полный капец. Вон вижу дождь. Полный капец. Полный капец. Так, смотри, боже мой, ты не представляешь, какой кайф, две игры мучиться, как я не знаю кто. Да, у тебя было жестко. А вся проблема была в Дискорде. Да. Как бы странно это ни звучало. Я не знаю, как такое вообще может быть, чтобы Дискорд был виноват. Но вышло обновление, и игра теперь работает. Олежа, акула плывет. Да вижу, я вижу. Шла отсюда, фу. Фу, кака, выкинь. Фу, кака. Кака, бука, кака. Ну, давай будем так разговаривать, как первый букакака? Я думаю, что нас поймут зрители в любом случае. Хоть букакакай ты здесь, хоть кукарекай. Тебя поймут все равно. Так, это стоп. Нормально. Стоп. Я хотела. Пока. Эта бочка принадлежит мне. Ты вредный какой. Так, что нам вообще нужно сделать? Слушай, может быть... Нам надо поесть, попить. Может, поплывем? Нет? А то мы стоим на месте. Мне кажется, мы сломаем. Давай, конечно, плывем. Пикап. А, блин, подожди. Вообще-то мы плыли. А подожди, может быть и такое. Может, у нас против ветра просто... Так, готовится. Сейчас, Дашулечка, я буду пить, есть, потому что у меня по полный жопец со всеми делами этими. Подожди, а что вот, мы реально? Или мы плывем, или... Черт! Так, раз. А ты... Бочку самое, упустили! Пальчик смочи и проверь на ветру. Знаешь, как это? Знаешь, плывешь ты или нет? Да, знаю. Но мне кажется, мы реально не движемся. Или движемся потихоньку? Движем. А вещи-то проплывают мимо нас? Так это мы как бы... Как наша жизнь. Она как коробочка шоколадных конфет. Плывет. Да прекрасно, что коробочка плывет, но... Мне вообще реально... Акула! Вижу! Давай жри, вон, быстрее, а то сейчас вон, нашу вон, самую пошла, съест. Вон пошла, без бастарда. Ах ты, ретарда-бастарда. Ретарда-бастарда. Так, я хочу сейчас быстро себе сделать этот строительный молоток. Доска и веревка. Блин, я столько лута потеряла. Потерял. Ну все, это, кстати, теперь надо будет сбрасывать его, наверное. И мне надо сбрасывать, не тебе, ты хост. Я твой хост. Ты мой хост. А ты кто? А ты мой домен? Домен. Так, сейчас веревку сделаю быстренько. Так, понимаешь, я просто ни одного острова не вижу. Вот что меня напрягает. Надо сделать, знаешь что? Надо сделать это самое, ловушки для вещей. А их, наверное, а как, что для них нужно?
Давай посмотрим. Это пустая чашка, обычный гриль, рабочий стол. Рабочий стол мы делали, да? Да, вон стоит прямо в центре. Маленькое хранилище, обычная кровать. Это не то. Снаряжение, гвозди, веревки. Да, наверное, календарь, кстати, есть, чтобы знать, сколько же мы тут времени-то проводим. Я тебе посмотрим, могу точно стоит. Сказать всю свою жизнь. Так, ловушечка. Мне напрягает отсутствие музыки. Нет, мы с тобой вроде как движемся. Бинокль можно сделать, прикольно. Блин, я тебе говорю, мы не движемся, мне кажется. Вот ловушка. Смотри, автоматически ловит предметы, поднял? Которые... Я не трогал. Доска, веревка и один гвоздь. У меня, по-моему, было все. Доска, веревка и гвоздь. Посмотри в хранилище. Гвоздь. Вон остров, доска. По-моему. Нет, не остров. И веревка. Там что-то слушай, плывет. Сейчас... точнее, не плывет. Там, по-моему, не остров, а этот чей-то плотик. Плотик? Плотик, плотик. А, так, я инвентарь. Сейчас могу сделать этот. Я сделала молоток. Я пока ничего не... Я что-то не всекаю. Значит, мне надо доска обычная. Ну. А, для изучения, серьезно? Я изучил... А, туда надо класть вещи. Я не знал, блин. Туда, по-моему, схемы надо класть. Изучить. Так, а ну иди сюда, иди сюда. Иди, хорошая моя. Так, готов. Научиться. Во, я сделал, я могу. Так, сеть ловушка, давай. Вы научились давай. Сеть ловушка, изучена брендит. А, теперь... Даже музыка надо... заиграла в твою честь. Да, я не слышал. А где она доступна, в каком меню она должна быть? Я вот, думаю... сеть ловушка. Значит, надо еще 3 доски, 8 веревок, и гвозди у меня есть. Сейчас... Значит, там нужны доски и веревки. Доски ловлю. Сейчас попробуем пластик. Вот эти взять. Давай досочки. Потому что вещь хорошая. Смотри, как... А вон там, кстати, смотри, есть плотик. Да, блин, есть, а у меня плотик. Нечем грести. Хотя я могу попробовать. Ты же говоришь, что нам не хватит. Убери паруса, паруса мешают. Да, убирай. Есть. Сейчас попробую доплыть. В принципе, в штиль, и давай. Я могу попробовать. Давай, у тебя с этим лучше получается. Жаль, я не могу крюком зацепиться. Ну, вообще по логике. Да, вариант был бы неплохой, в принципе. Но может, крюк должен быть фиксирован. Не, пока не надо. Я думаю, что мне хватит. Я сейчас быстро туда доплыву. Учти, он тонет и сразу. Не? Нормально. Давай, давай, так, давай. Ящики я забрал. Тут все чуть... Прыгай. А! Оп, молодец, молодец. Я взял камни, хламишко разный там вообще. Прекрасно. Блин, а наверху что-то было, гнездо, по-моему. Слушай, а ты мне можешь сделать чашку? А, подожди, может, я сама могу сделать чашку? Можешь, да, из пластиковых этих. Так, сеть, пустая чашка изготовить. Потому что я смотрю, что у меня... Я как-то совсем забыла, что мне надо попить, поесть. Да, так. Смотри, обязательно. Так, с... Картошечку. Чайка! А, да. Зараза! Улетела. Хорошая чайка. Да. Ну, какая же она хорошая, она чуть мой этот самый не съела. Ты чё? Слушай, я была на русском языке. Да, она была на русском языке, конечно. Так, убрать, налить. А, так, удочка. Налить. Веревка надо, блин. А у меня листьев этих нет для веревок. Выпить, налить. У тебя были веревки, кстати? Подожди, я хотела... А, бессмысленно. Блин. Веревки, веревки, я могу сделать одну штуку аж. Тебе надо веревка? Так, изучаем. Камень. Да-да-да. У меня одна веревка есть. Сейчас, подожди-ка. Так, листочки. Ой, так у меня пооткрывалось. Я могу чучело, пугало сделать. Отпугивает чаек от грядок. Прекрасно. Большая грядка позволяет выращивать деревья. То есть можно сделать... Вот, это же я хотела ананас, помню, посадить. Большой, но у нас сейчас дохрена... нет. До хренашечки всего могу делать теперь. Так, я бы хотела попить, наверное. Я хочу напиться. Коврик я выучил. А, так, скажу. Выпить. Фильтры. У меня есть, короче говоря, улучшенный опреснитель. Может очищать несколько чашек воды за раз. Не нуждается в топливе. У меня есть средняя грядка, есть большая грядка. Есть пугало. Блин, да ты есть... что, зараза? В смысле? Ой, это просто я бочку не могла поймать. Я бросаю прям. Так, что, о, теперь у меня хоть есть... А, ты хоть одну сетку сделал? Нет, еще у меня нет компонентов для этого. А что тебе нужно? Веревки надо в основном. А, я хотел сделать рыбу наловить, у меня еды просто мало, мы можем помереть. А, что тебе нужно для... Удочка? Мне нужна удочка, да. Удочка. А, блин, мне веревок тоже не хватает. О, акула! Ой, вижу. Умирай, тварь, умирай! Я могу починить, если что, то, что она сломала. Да, я сейчас о. починю. Так, удержим. Остров, вижу остров. Так, сейчас я чинить буду. Так, Штурман, Дарья, я вижу остров. Штурман, Дарья, прикольно звучит. Так, сейчас, штурман, подожди, удержи. А ну, что музыки нет в игре? У меня только что была. Так, я починила немножечко. Вот это я тоже починю. Притом, смотри, какой он странный. То есть он как горка. Эй, просто, да? Тихо, или тихо, кто, кто, кто?
Вон остров слева. Слева? Нет, это просто, мне кажется, скала. Может быть. Так. То есть на нее можно напороться и разбиться нахрен, да? Ну, наверное. А, ты закинула, отлично. Так, нам нужно что? Нам нужно максимально полутаться и поесть, потому что еды нет, удочки нифига нет. Нам нужно... У меня есть две веревки пока только. А у тебя... мне надо 8. Травы нет? У меня 3 только есть. Трава есть, мало. Подожди, а что это у нас? Ананасовая семечка, подожди, так можно ананас посадить? Куда? Там они вряд ли вырастут. Ты же сказал, что ты изучил большую грядку. Изучил, но компоненты для строительства дома нет. А что нужно? Ты мне просто скажи. Ой, да там до хрена всего. А, значит, со. Значит, со? Смотри. Большие растения. А, изготовить. Я вот поставил, смотри. Давай так, я ее брошу, а ты поставь. Подожди, я сейчас бочку поймаю. Так, пожалуйста, можно бочку с листьями? Во, смотри. Так, 2 листа. Вот блин. Сюда ананас можно сейчас, посадить. Сейчас, где? Сейчас я вот достану. Стоит. Блин. Сейчас, подожди-ка. Ой, это зря здесь. Тут акула укусит и все. Будем отбиваться. А да. Мне негде больше. Так, во, посадила. Отлично. Прекрасно, сейчас попытаюсь полить. Ай, блин, я умру, наверное. Так там же мало. Есть картошка. Подожди, блин, надо поливать нужно. Сбор я воды. Понимаю, много чего надо здесь, на самом-то деле. Так, сейчас я соберу, если тебе не нужна, положить доска. Ага, наполнить пресной водой. Так, блин, а почему я не могу растения поливать? Вот, может, вот. Пока рано? Положить, ага, ты положил дрова. Да. Так нет, их же надо поливать. Блин, бочка уплывает! Не успели. Да. По-моему, мне кажется, я теперь шторм. Падать с плота стал. Мне это не очень нравится. Я думаю, это акула напала. Что-то меня не пугает. Я из воды вышел. Так, блин, что... надо что-то делать с едой. Блин, да что ж я падаю-то все время? Пофиксируй, что ли? Все время падаю. Так, я вон немножко продлила. С едой надо удочку, да? Ой, сколько там веревок надо? А, значит, надо 5 веревок. И 6 досок. Так, 6 досок, у меня есть 5 досок. У меня есть 3 веревки уже. Так, веревку делаю. Вон там было, давай. Я не понимаю, почему я не могу поливать. В чем проблема? Наполнить пресно? Надо просто подождать, пока оно вырастет. Да нет, оно уже... Где этот дурацкий сбор, я помню, появлялся? Тут я навожусь вроде. Вылить. Шторм — это, конечно, весело. Почему я не могу налить жидкость? Мне надо не налить, а сбор. Слушай, а чуть... Да, плод, конечно, неудачный. Надо как-то было его, наверное, либо длинным, либо коротким. Кто? Плод у нас неудачный, мы как куцы бегаем туда-сюда, туда-сюда, понимаешь? Блин, а что же я не могу полить? Бля, да что ты будешь делать, зараза? Ладно, пей давай. Чего я все время падаю? Так, опять это акула. Нестабильность. Положить дрова. Так. Блин, мне шторм не очень нравится. Так, Жулечка, надо что-то нам лутать, потому что у нас с лутом вообще беда жопная. Я стараюсь лутать. У меня еды вообще никакой нет. Так, вот сейчас листья плывут. Убери, потому что я нифига не вижу из этих парусов. Вот лист, правда, прямо плывет по курсу. У тебя вообще листов нет? Вообще ничего нет. А, 8 штук есть, сейчас так делаю. Так, делай же веревки. Делаю. Давай. Веревки есть. Значит, мне надо еще одна веревка, и мне нужна 5 досок еще. Сейчас я тебе дам, у меня есть 6 досок. Короче, на, лови все мои доски. Олеж, повернись. Сейчас, секунду. Что? Вот раз. И вот те веревки, все. О, благодарка. Сейчас будем ловить, потому что я умру, у меня просто нечего есть. Я понимаю. Не знаю, как ты не ешь, ты вообще я же появилась, и меня не надо было. Я была полностью забита. У меня все было хорошо по здоровью. Блин. Да фонарь забубенить, я думаю. А ты думаешь, его можно и нам сейчас сделать? Да, я там наизучал кучу всякого. Хорошо. Так, у меня рыба. Появилась рыбка. Сейчас так, смотрю. Я сейчас попробую пресную воды. Полить тебя можно? Может, реально вас пока нельзя поливать? Ладно. Так, это есть. Блин, что ж кушать? Картошка есть. Картошку поешь. Поймал рыбу? Да, ну этого мало. Да, я поймал, вот жарится. Ага, прекрасно. Так, у нас только одна жарка, что ли? Да, получается одна. У нас вторую съела акула. Твои ананасы растут, между прочим. Между, вот так вот я бы хотела. Шутки шутками, но мне кажется, мы умрем. Да не умрем, ты не переживай. Вон уже рассвет. Иди сюда, лист. Какула. Какула сзади. Я ловлю то, что ты хотел поймать. И не ловлю. Да что ж ты живая тварь такая, а? Мы ж только один раз, по-моему, ее убили. Да?
Слушай, давай выберем какую-то одну сторону и будем ее лутать. Может ты на быть... все просто пытаешься на все четыре. Я просто стараюсь вообще найти бочки. У меня цель более глобальная. А в них не всегда все полезно. Блин, да что? У меня крючок просто сквозь проходит. Кто эти крючки выпускал? А чё? Так, просто? Хорошо. Как тут ананас мой? Почему я не могу полить свои растения? Выпить, убрать. Почему я не могу съесть свою рыбу, ты мне скажи? Выпить. Ладно. Она пожарилась? Да. Так, значит, рыбу мы съели. Хорошо. Сейчас быстренько попьем. Немножко воды вроде тут есть. Так, у меня есть... Я картошечку пожарю. Так. Профунькал эти доски. Ничего страшного, зато я листьев тут налутала. Ничего. А листья надо, пластик надо, листья, вот досочки, кстати, доски — это нужная тема. Так, досочка, пластик, иди сюда. Акула, блин, вообще неугомонная. Как она может чуять нас сверху, мне просто интересно. Может, кто-то кровоточит? Когда дрочит. Что? Ничего. Ой, я кушать хочу. Я понимаю, но я кушать хочу, у меня картошка даже... Вот я поэтому... Говорил, что надо готовить еду. А я что делаю? Я готовлю. Я не понимаю, почему я не могу есть то, что я сейчас наготовила. Выращиваю. Не знаю. Так, ой, живот бурчит. Живот. Блин, ебалки. Так, Давай ты рыбачи, а я собираю, потому что я сейчас просто сдохну. Собирай, конечно. Так, вот мое. У меня живот, я беру, собираю. Вот вредный какой. Как с тобой дальше? Я с тобой выживать не буду. Дашуль, рыбка, Дашуля. Да я понимаю, что рыба, мне кушать надо. Так, положил рыбку? Да. Я что ела картошку, что не ела? А говорят, жареный картофель вредный. Ага, я его поела, ноль калорий практически. В смысле, я про своего персонажа говорю сейчас. Сейчас еще немножко акулку подолбим и все. Слушай, а держи-ка парус, поверни на... сейчас. Я акуле мясо, кстати, так и не попробовала. По-моему, ты все стоптал. Ну, конечно. А чего у нас только одна еда? Вот вторая же есть. В смысле? Странно. У нас два гриля. Да? Так. Мне казалось, один гриль сожрали в прошлой серии. Так, парус ставим вон туда. Вон там бочонок прямо по курсу. Да, вон туда мы сейчас, короче, и заведемся. Так, я буду все вот так собирать. Я сейчас быстренько листья налутаю, посмотрю, как нам ловушки сделать. Так, я хотела бы, наверное, чуть-чуть улучшить наш плод. Веревка. Сейчас забабахаем. Такс. Тихо. Блин, а где я бочку-то видела? Мне надо две веревки, я сделаю ловушку. Две веревки. Да? У меня есть 15 листьев. Зачем мы не плывем туда, куда я показываю, интересно? Так, на. Вон тебе веревки. Давай. Благодарка. Смотри, сейчас мы сеть поставим. Так. Давай. Куда их? Вот тут давай. Оп. Ну, по курсу. Вот тут отсутствовало как раз. Так, блин, а у меня есть лопата, но... А как лопату? Я уже не помню, просто весло точнее. Две веревки для весла. Кто выпил воды и не залил... Две веревочки для весла сделаешь? Сейчас сделаю. Я хочу понять, почему я не могу полить свой ананас. Почему я эти грядки не могу полить? Все же было нормально. Либо они как-то увеличили цикл. Что, тебе две веревки? На. Ты где? Давай, вот тут я, давай. Да. Подарю. Спасибо. Так, у меня скоро, конечно... А чё мы так отплыли? А чё ты весло выбросил? Оно старое, по-моему. Это нас тут потрепали так. Так, я сейчас заделаю. Это не потрепали ловушкой. А, это... Это ловушка для шленца. А я думаю, что это у нас... Акула так странно покусала. Дырки пооставляла. Мы уплыли от бочки. Профукали мы, короче, или не профукали? Не профукали, я могу еще попробовать доплыть. Давай. Кого? Куда? Меня. Куда? Так ты ж парус вообще поднял. Я убрал парус. А, все, поняла. Чтобы можно было доплыть. Хорошо, давай, надо я ли? Буду лутать. Или до острова тут дотерпеть, я вот думаю. А где ты видишь остров? Ну, мало ли, где-то увидим. Так, просто остров, может быть, я оставлю. Полови рыбу. Хорошо. То я-то поела, но что кушала, что надо убрать. Не кушала. Это надо убрать. Так, я тогда поднимаю парус, открываю. Давай. Куда он дует? Поднимай парус, плывем дальше. Так, рыбка, да? Сейчас делаем. И что тут наловила твоя сеть? Если что-то проплывает под ней, то, в принципе, там можно взять. Да.
Так, а может мне тоже рыбу половить? То есть это самое... Пожалуйста. Доска и Продуктивность вырастет в два раза. Логично. Что доска это было? А, нормально. И веревка. Тилапия. Ты тилапия, кстати. Тилапия. А там тилапия. Молодцы. Жрет! А, где? Нет. Так. Сожрала уже, наверное, да? Так, вот я съела ананас. И что, семечки я не получила? Офигеть, я сожрала ананас. Учитываешь, я умираю, ты топчешь ананас. А ты мог сказать, что ты умираешь? Сейчас, так, водичка. Так, доска. Так, надо больше сетей. Надо гораздо больше сетей. Надо больше денег. Да не надо денег. Больше золота. Опа, какой там островочек топовый у нас. Так, что тут напомнить? Смотри, какой красавец. А, так, ну вас полить когда-то можно будет. Слушай, тут нельзя полить, я не могу их полить. Кого полить? Держивать для плавного вращения. Либо я их... Я не могу, я не знаю, может грядка заглючила. Так, пока мы идем к острову, сейчас посмотрим, что я могу делать. Календарь, коврик, фонарь можно сделать, вот. Чешка соленая. Я сделал фонарь. Может, слушай, а может проблема в том, что чайка все сожрала? Смотри. О! А? Вот тебе ночью хоть скучно не будет. Теперь хоть по-человечески. Так, что мне не хватает для удочки, я хочу понять. Сеть-ловушка, ну сеть-ловушка-то вообще я даже не смотрю. Так, спугало. Фильтры. Так, слушай, а может фильтр сделать? Требуется доска, пластик, стекло. А, стекла у нас вообще. Для чего фильтр? Для воды, ну все, вопрос отпал. Так, доска и веревка мне нужны. Слушай, а там что? Там залезть можно? Да. Да. Давай я уберу парус, а ты аккуратно. Убирай парус. Ты греби. Давай. Офигеть. Может, мы посеем? Я могу бросить этот самый, как только подплывем. Собирай, я вот плыву доски слева, видишь? Возьми их. Хорошо. А ты уже забрал. Сейчас якорь надо будет бросить. Ой. Мы же плывем. Забудь про якорь. Ты мне скажешь, когда бросить его? Сейчас плывем еще. Что-то засранка тут плавает. Что-то нас немножко штевает, я смотрю. Да, давай, левее. Я бы с радостью, но не так все просто. Может, я немножко парус открою? Так, блин, сейчас туда переместимся. Может, простроить лучше? Блин! Запрыгивай. Самобесячь. Давай так, отплывем, может, его аккуратненько. Мне плывем, там запрыгнуть можно. Давай, тогда аккуратненько. Может, я открою парус, тебе помогу как-то? Не, парус у меня уплывет, я ж мне парус не так я по твоей будет. Буду, имею в виду, в твое направление. Шутка, я не могу, надо что-то... Брось якорь, попробуй. Хорошо. Быстрее, заканчивается это. Есть. Бросила? Ну, вроде да. Да. В принципе. Ты хочешь попробовать заплыть на него? Ну, там, с той стороны дальше. Я знаю. Там можно было бы... Если тут лестницу поставить... Я бы, наверное, перепрыгнул. Но мне нужны резы, понимаешь, чтобы поставить. Что тебе дать? Давай, что тебе нужно? А я здесь... сейчас хочу посмотреть, что мне нужно для лестницы. Мне нужны гвозди 3 штуки. Есть. И мне нужны 2 дерева. Есть. Вон к нам, кстати, бочка плывет. Так я могу сам, наверное, сделать. Попробуй. А где, в каком он делается? В молоточке. Нажимаешь на правую. А у меня нет молотка, на, держи. Давай. Раз. Угу. Так, смотри, я могу вот здесь поставить ее, вот туточки. Вот тут, смотри, вот где мы стоим, вот тут я. Могу. А выпрыгивай. О, ананасик! Красота, залезай. Тут ананасы. Тут, смотри, цветочки. Манго! Манго! Чем будем рубить? Есть топор. Давай дерево снова. Белый цвет. Давай, лупи. У меня топорика нет. Оп. Так, и что? У тебя, наверное, все. Да, у меня есть 2 манго. Белый цветок, я цветы пособираю. Давай. Давай. Цвет черный цветок. Доска, пальмовый лист и манго у нас. Так, хорошо. А что вот это? Листочки? Нет, не красные. Красные. Я только цветы собираю. Смотри, только надо... Дальше девочкам еще делать. Аккуратно лутаться, потому что акула у нас там. Так, а здесь дальше нельзя, да, пройти? Можно. Нет. Я сюда обошла. Можно? Да. Сейчас деревья полутать надо, да, акулка есть. Главное, чтобы она не перегрызла якорь. Вот это будет обломиссимо, ёпта. Слушай, надо тебе вот сюда запрыгнуть. Блин, запрыгнуть. Я залез. Залез? Давай. Да. Сейчас быстро. Ой, тут кто-то жил. Ящик собрал, да? До хрена всякого лута. Сейчас манго налутаем. Блин, а как ты запрыгнул? Некуда. Черный цветок. А там просто прыгаешь сверху и все. Да? А зачем цветы нам? Нафиг они нужны? Цвет. Ну, в смысле, ты потом что-то красить, по-моему, можешь. Так, давай. Пластик уберу.
Давай я полутаю. Сейчас, я... Давай, надо деревья, вот продукты. Пластик забрала. Пластик я выбросил, не надо. А, так а что не надо? Я буду дальше пролот расширять. Семечко манговое, пальмовые листы, нормально. Цветочки. Так, я цветочки... Вот это топовый островок. Вот это да. Чувак тут жил прям, и там наверху тоже есть, но туда забраться сложнее будет. Ты думаешь, так, что вообще... А домик... Я просто боюсь, что я провалюсь сквозь текстурки. Вон хавает еще один. Наш... Хавает наш плод. Да я слышу. Зараза, блин. Притом мою ловушку, сучка! Ну как так-то? У меня есть манговых 5 семян, у меня есть сделать краску черного. Так, розовую. Цветка, слушай, а ты вот это дерево надо. Можешь срубить, или эти пальмы нерубимы? Слушай, а отсюда можно бросать на плод, получается, да? Ну, может, не надо, вдруг вода упадет. Я, в принципе, ты можешь мне что-то... Я могу... Нет, да? Ты мог бы мне что дать. Тебе дать? Я могу сейчас спуститься и подняться. Ау! Так, я на плоту, я сейчас оставлю все. Давай. Так, цветы оставлю. Ты что-то ломаешь, да? Да, я ломаю деревья, чтобы добыть... Так. Арбуз! Я нашел арбуз! Тут о! Арбузы растут! А что ты я забрала? А, белые семечки цветы. Какие-то. Что за семечки? Синяя семечка? Вот это хорошо. Ой, я вообще-то как бы кушать очень хочу. Ты поешь, и большая просьба, сделай хранилище. Мы сейчас туда сложим. Так, я сейчас рыбу съем. Потому что это несерьезно. Ух ты! Так, тут у нас в хранилище место полным... А, пальмовые семена есть. Надо брать большую грядку, и можно бахнуть себе пальму. Так, хорошо. Пальма пальмой. Почему вот эта зараза не растет, мне вопрос. Так, хлам. Что это? Болт, толстый шуруп. Я нашел 2 арбузика. Сейчас один топтанем. Давай топчи. Арбуз много раз кушать можно. Логично, ты один не съешь за раз. Хотя... Спасибо. Арбузное семя. Да чтоб тебя, что ты прыгаешь, как этот самый. Хлам давай выбросим. Как какой-то странный. Блин, да я один же раз нормально запрыгнула, но... Так, готово. Пальмовые листы, я уже, мне уже их некуда складывать, уже все. Ты мне можешь язык. Отдать. Похоже на клей сок лианы. Мы его сейчас изучим. Не могу залезть. Листья. Где? Да, помогу. Я не могу здесь залезть, я только что залазила, это уже не могу. Поэтому ты там все лутай, я не, мне никак. Только полсерии мне будет, как Даша прыгала на острове. Все, залезла. Если надо, можешь мне что-то слить. Давай, давай, иди сюда. Где ты? Вот к домику. Только смотри, не бросай много. Ну, я сливаю тебе 2 кокоса. Давай. 10 манго. Фу-ху. Вот я пойду сейчас шуруп. Их сажать. Да, да. А, и надо тогда семена. 1 семена, 2 семена. Давай. 3. У меня разные ананасы, там бананы. Что хочешь? Да, ну пока так, да. Все, пошла. Сейчас буду дальше лутаться. Я пошла вниз. У нас фонарик есть, поэтому, в принципе, должно быть светло. Ну, блин, а лут-то пропадает. Как я тебе сказать? Я выбросил, он через пару... Так, арбузный я пропадает. Арбуз посажу. Арбуз, давай. А тут посажу все-таки ананас. Так, надо вода. Блин, на нем же жить можно на этом. А можно строить на острове, интересно? Спор, наверное. Растут заново деревья. Я вижу, да? Как растут. Так может пока что здесь остаться? Я не знаю. Смотри, ты что сейчас делаешь? Понимаешь? Слушай, а тут под водой же есть всякие ништяки. Да, надо, я сейчас удочку брошу, и мы посмотрим, что там. И, кстати, сейчас еще 2 минуты, и будет полчаса, как мы играем. А да, я знаю. Будем играть? Да, я думаю, что мы не будем делать очень длинные серии. Слушай, ну просто я под водой сейчас светятся ништяки. Да, сейчас посмотрим. Тут, правда, засранка это плавает. Надо просто удочкой, и все. Она удочкой вылавливает. Да я-то удочкой... Так, что иксом убираю. Дерево у меня 40 дерева есть. Ху-ху. То есть можно плод так, расширить и поставить посмотреть. Большие грядки для деревьев. Так, я хочу посмотреть, что я вообще могу сделать. Пух, я не могу сделать большое хранилище. Опять акула. А, это ты. Я спрыгнула. Почему не можешь? Хранилище, мне ничего нет. У меня же ничего нет. У тебя нету. Значит, мне надо шарнир, а у меня шарнир, по-моему, в инвентаре был. Шарнир? Шарнир. У меня в инвентаре шарнир лежал. Где он? Не знаю. Металлические такие штукенцы. Черный цветок. Хлам есть. Ты мне болт дал. Больше ничего болт, нет. Да, болт надо тоже изучить будет. Мы можем, кстати, остаться всю эту ночь еще здесь побыть и посмотреть, получим мы что-то новое или нет. Ну, отрастут, допустим, да, оно отрастет, оно растет. Смотри, значит, тогда надо расшириться здесь, и мы посадим пальмовые деревья. Ну да. Вот тут вот, где я стою. А тогда давай мне расширить. Дерево. Так, смотри, значит, я тебе даю 20 дерева. Все, вот, больше пока добери. Не надо. А угу. Пластик у меня есть. Так, вообще, как ты мне скажи, куда расширяемся? Вот здесь, наверное, вот смотри, вот тут вот, прямо туда. Вот туда?
Вот сюда? Да. Угу. Смотри, вот так. Да? Ага. Расширяй, расширяй. Все, больше не могу, у меня нет пластика. А у меня есть пластик. Давай. Сейчас дам, сейчас выловлю рыбу. Так, пластика у меня есть. Я начинаю голодать, 16 штук. Забрось, да, обязательно. Дай. Тихо. Так, я хочу починить даже, скорее, мини-пластик. Вот тут, видишь, у нас ломаная. Зараза ломала. А где ништяки, ты говоришь? В смысле? Вот это подводное то, что, да? Да, видишь, светится. Вижу. Так-с. Тут она вроде не кусала. Я хочу все порасширять. Так, рыбка есть. Здесь расширюсь. Готово. Так, там идет. Ай, жрет! Вижу, вижу, вижу. Умирай, тварь, умирай, зараза! Давай уже! Что мне дали? Ничего не дали. Угу. Раз мечтался, что нам что-то дали. Так, так. Все, я думаю, что хватит. А, у тебя листьев нет случайно? Листьев случайно? Сколько тебе надо? Ну смотри, я хочу все-таки веревку сделать. Веревку? Так, смотри. Может, веревку тебе дать? Давай веревку. Сейчас сделаю. Раз, мне нужно 4 штуки. Вот 6. Да, блин! Ты взяла? Да. И досочки у тебя есть? Сколько надо? Мне нужно 6 досок. Вот 8. Спасибо. Так, все, я теперь тоже буду ловить рыбу, потому что у меня с едой вообще беда. Так, мне надо 6 гвоздей. А как гвозди делать? С хлама, гвозди, по-моему, да? Хлам есть в инвентаре, по-моему. Так, и что? Я подожди, это я свечку поймала какую-то? Серьезно? Подожди, я не знаю, что-то поймала, просто опять забросила удочку. Может, бутылка с посланием каким-то? Может быть. Сейчас посмотрим. Так, ну ловись. Шарнир надо. Блин, у меня же были эти вещи. А где они все? У меня же было. Подожди, куда что это я нашла? Это сырой морской лещ. И это что? Свеча в бутылке. Ха! Свеча в бутылке. Так-с. А, я хочу забросить этот готовую сельдь. Я забираю и кладу морской этот самый. Я съем лещика. Я научился делать краснотерку какую-то. Чего? Не знаю. Краснотерку. Так, блин, а мне надо шарнир, такое? А у меня шарнира нет. Пальмовая их надо искать, семечка, наверное, где-то. Так, а что я могу... Не очень яркий свет, зато красиво. Слушай, я могу поставить свечку. Смотри. Вот тут поставлю. Свечку? Где ее поставить? Ну, не знаю. Тут где-то ставь. Вот я тоже думаю. Так, там скоро... Блин, у меня еда. Мне надо срочно есть. Я умираю. Я жарю, 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 жарю. Я уже подыхаю. Тебе дать кокос могу дать. Манго, кокос, тоже есть. Есть. Давай, давай, давай. Ты топчи арбузы. Я буду ловить. Я хотел, чтобы ты хранилище сделала, чтобы мы продукты хранили в отдельном ящике. А, вот для продуктов. Сейчас, так я же надо сначала наловить это. Чайка! Гони чайку, я ловлю рыбу. Клюет в наши арбузики. Смеешь жрать мои арбузы. Так, я еще поймала рыбу. Сырая скумбрия. Так, давай. Дальше сюда. Давай. Прохну. Ловись, рыбка. Манговая семечка есть. А, ты мне лучше скажи, что тебе... Так, рыбу забрал, съел? Да, да, но все равно херовенькая. Так нет, я сейчас его нажарила же. Готовый морской лещ вот лежит. Я просто могу еще забросить. Забрасывай. Надо отдельное хранение. Я либо сейчас сам сделаю. Я сейчас... А что для него нужно? Сейчас посмотрю. Для него нужен пластик, у меня есть хлам. А, сейчас я возьму хлам, я сейчас сделаю. Блин. Хлам, хлам, хлам. Где-то я его видела. Есть. Все, я делаю маленькое хранилище. Так. Так, где его поставить? Надо его где-то в центре. Рядом, вот тут, вот они оба стоят, вот. Ну, хорошо. Главное, чтобы акула сюда не добралась. Так, вот я сейчас сюда, значит, заброшу, я приготовлю рыбу. А, уже готовится. Давай я сырую туда брошу. Бросай. Значит, сырая рыба раз... Сырая 2, кокос и манго 10 штук. Интересно, что под водой вот это такое? Ты хочешь нырнуть? Стремно, на самом деле, но я могу попробовать. Ну, рискни, давай, я тебя здесь все равно... А вообще лучше я, наверное, нырну уже в следующей серии. О, я что-то выловил, интересно. Что выпить, выпить. Давай пей. Все, я думаю, здесь мы закончим, мы уже 3-4 минуты играем. Да, ребятки, если вы хотите продолжение и узнать, что будет дальше, то лайк нажимайте... И да, больше приключений посмотрим, что под водой уже в следующей серии. Да, все, ребятки. Пока-пока. Пока-пока.